Это парадокс, что россияне считают себя великими, и при этом они невеликие. Это самый ужасный когнитивный диссонанс, который можно себе представить. Россияне, вы невеликие. Представьте уёбушную страну, которая пришла, напала на Украину. Вот и все. Невеликая уёбушная страна напала на Украину. Как насчет такого обозначения ситуации? Уёбушная, грязная, необразованная, невежественная, бедная, беднючая, жалкая страна пришла, напала на Украину. Вот я, например, могу зайти в магазин, да, пройтись по этому магазину, и наверняка вам понравится то, что я могу прислать вам из этого магазина. Вот то, что я здесь покупаю, и скажу: «Россияне, давайте я вам это пришлю домой». Техника, я не знаю, продукты, мебель, все что угодно. Вы скажете: «Да-да-да, хорошо». То же самое может сказать человек, например, живущий там, не знаю, в Цюрихе, да, пройтись по магазинам Цюриха и купить какие-то продукты, вещи, я не знаю, Apples какие-то, короче, сотовый телефон, ну, неважно. И вы скажете: «Да-да-да, конечно». Но поверьте мне, вот вы сейчас пройдетесь по своему Рюпинску, да, или по своему Омску, по магазину, и мне ничего, то, что у вас продается, не потребно. Понимаете, в чем ситуация? Какие вы великие, что вы ничего миру не можете дать? Я еще раз говорю, что вот любой человек там из Цюриха, из Женевы, не знаю, там, из Амстердама, из любую страну называйте, и он придет по магазинам, и он вам найдет то, что вам понравится. И вы получите посылку, сказать: «Я получила посылку из Цюриха». Понимаете? Я не могу получить посылку из Омска и закричать: «Ребята, like, hey guys, I got a mail from Omsk». So, what is Omsk? What is Tumen? What is the Orel? What is that? Понимаете? Вы ничего миру не даете. Это уёбышное, никому неизвестное, никому это неинтересная страна пришла, напала на Украину.